сейчас тема пожарной безопасности в общественных местах на особом контроле. Как действовать в случае возгорания, где искать выход и как не поддаться панике. Сегодня экстренные действия в случае пожара отработают в торговом комплексе «Центральный». Звуковое оповещение и настойчивое требование – немедленно покинуть здание. Персонал оставляет прилавки, посетители спешат к ближайшему выходу. В торговом комплексе «Центральный», более известном как районный рынок, инсценируют опасную ситуацию. Но что делать, если вы на самом деле услышите пожар? Посетителям прежде всего необходимо сразу сориентироваться на местности, посмотреть, откуда может исходить угроза, да, и в соответствии с этим проследовать к ближайшему выходу. Если уже достаточно плотная концентрация, да, дыма или еще что-то, есть угроза возникновения отравления, необходимо органы дыхания защитить. Охрана должна прежде всего сообщить в пожарную службу, удостоверившись, что произошло сгорание, принять меры к эвакуации людей и первичные меры к пожаротушению. За действиями персонала, охраны и посетителей пристально наблюдают пожарные. Следят за тем, чтобы все было сделано правильно. Общая задача – как можно скорее покинуть здание. Зал пустеет достаточно быстро, примерно за 5 минут. К этому времени как раз подоспевает спецтехника. Показатель хороший, однако, по словам пожарных, недоработки есть. Хорошо, что это лишь инсценировка. Возникли вопросы с охраной объекта, с арендаторами, которые, наверное, мало инструктированы были. Охрана объекта сработала не очень качественно, добросовестно. И арендаторы тоже они не понимали, что им делать. Поэтому руководителю объекта даны все указания по данной тренировке. Руководство торгового комплекса с замечаниями соглашается и обещает их устранить. Ведь все понимают, такая профилактика необходима, чтобы как можно меньше было печальных новостей, а торговые центры спокойно выполняли свои непосредственные функции. Наталья Медведева, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».